За минувшую неделю сотрудники регионального управления ФСКН России изъяли из незаконного оборота около 4 килограммов маковой соломы. Опасное зелье было обнаружено в Шуйском и Вичугском районах. Из него наркозависимые люди кустарным способом изготавливали опасный для здоровья наркотик. В одном из случаев задержанный мужчина ранее уже был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Выйдя на свободу, он взялся за старое.